Тело у нас не резиновое, это на самом деле не психика, тело не успевает за психикой. У нас голова, она может миллион мыслей за секунду перемолоть, с ней ничего не будет, поверьте. У нас всегда не может подтянуться только физика. И просто садитесь, я не знаю, там, ну вот я, например, там садилась, там, включала какой-нибудь сериал, это может быть абсолютно тупой сериал, но который отключает вас от всех процессов, до которых вы дошли. Вот. Это может там встреча с какими-нибудь друзьями, либо не друзьями. Это может там проведение каких-то дней, ни о чем не думая, там с вашими какими-то любимыми, близкими людьми. То есть делайте себе вот эти вот перерывы, неважно, как вы... Когда мне говорят, о, я что буду сериалы смотреть, это же вроде как тупизна такая. Но только за счет вот этого ваша психика может немножечко остановиться, и физика вот в это состояние, она подтянется к вашей голове, физика начинает подтягиваться. Тело обманывать не умеет. И когда мы начинаем чувствовать вот эти вот состояния, когда нам плохо, вроде бы не физически, это всегда, ребят, физически. Только физика не может подтянуться, потому что мы можем существовать, я и каждый из вас, мы можем существовать на многих уровнях плотности. Но только практически в этой плотности у нас есть физическое тело. И только оно нас держит для познания чего-либо, только физика. И когда мы думаем, что вот я не хочу там, а это хочет, я не хочу, это хочет, просто физика не успевает дотянуться до ваших вот этих вот процессов. Делайте какое-нибудь тупое занятие в несколько дней. Оно может быть, ну, тупое, это я уж так назвала, да, почему тупое? Ну, я не знаю, там кто как. Вот, у меня ребята, кто-то, вот у меня бывает такое, что я могу вообще дня 2-3 просто никуда не выходить и прибираться. Вплоть до того, что я могу плинтуса зубной щеткой чистить. И вот мне вот это вот нормально. И я вот в таком вот состоянии нахожусь сколько-то дней. Каждый для себя выберите что-то одно в этом здравствуйте, что-то другое. Это всегда, когда вы выходите на новый вибрационный уровень самого себя, вам нужно, чтобы тело, оно дотянулось до этого, до вашей головы.